Сергея Шатунова. Утром открытие памятника мы с вами уже увидели, но мне было интересно, сколько же в течение дня почитателей таланта Юры принесут белых роз. Вот до сих пор дежурит полиция здесь. Ну и смотрите, вроде бы уже скоро кладбище закроется, а народу возле памятника Юрию Шатунову полно. И цветов полно. Вот сейчас мы поближе подойдем с вами и посмотрим. «Белые розы», самая популярная песня группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова. Мы сейчас идем. «Белые розы», «Белые розы». Уже издалека, прям на этой аллее, видно, сколько цветов вокруг памятника. Ну и давайте подходим поближе.